Коли наш герой почав займатися боксом, про спортивну кар'єру навіть і не думав. У дитинстві хлопчика набагато більше вабили професії шофера, космонавта, льотчика, а мріяв він бути танкістом. Спортивна ж мрія з'явилась набагато пізніше. Стати абсолютним чемпіоном світу з професійного боксу та зустрітись у ринзі з легендарним Оскаром де ла Хойя. До секції боксу Сергій прийшов слідом за старшим братом Олександром. Спочатку було захоплення, поєдинки з друзями, враження від перших перемог. Але все з часом набридає. Незабаром брат залишив бокс, а потім і сам Сергій став думати, а чи не варто спробувати щось інше. Його майбутнє визначили перший тренер Леонід Каварський, який побачив у маленькому спортсмені боксерський талант, та Олександр Поліщук, який повів його далі у великий спорт. Дитинство – це, звісно, спортзал. Тому що не тільки бокс, я не говорю, що бокс, а іменно у нас в дитинстві навіть не було рінга, а ми тренувалися просто в спортзалі, в футбольному залі, такому міні. І все дитинство пройшло на стадіоні, в спортзалі, з друзями. Ми, взагалі, так компанія у нас зібралася така дуже спортивна. І тому все це м'яч, зимой хоккей какой-то и бокс, все это так переплеталось вместе. Вообще-то он был спокойный. У него не было такого, чтобы там, как он, что пацаны где-то делись, подратись, там такие. У него он был такой, вроде хозяйский. Дома все, что, как ты сказал, что-то любил конструировать, что-то рубить, что-то это. Таким, нам. Да, от поїдемо на дачу, приїдемо, він вже бутерброди нам наріже, все накриє, що давайте швидко руки мити, щоб застили. От. У нього таке було. Папа завжди підтримував. Папа як-то, давай бокс, так бокс, давай займайся, виходить хорошо. І тренер як-то пару раз приходив домой, з батьками общався. І папа завжди говорив, видиш, тренер говорить, що виходить, давай далі. Перший клас пішов в Калинівку, з першого класу він пішов на бокс. Ну так, з першого класу він і займається. Татові подобалося, що цим займається? Ні, ну, звісно, це таке, хай ходить. Воно ж тоді було дітське, а чим займатися? Хай хоч чим-небудь. Ну, а потім, звісно, виграє радость, виграє гордость. Да і так. Ми його бачили ще до того, як він прийшов в інтернат. Це був, ну, видно було, що це талантливий, одарений ребенок. И самое важное было, главное, правильно поставить в нужное русло, в правильное, и дать ему хороший толчок. Он был очень трудолюбив, претензий практически к нему не было. Ни по поводу учебы, ни по поводу тренировок. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ему все давалось очень тяжело. У любительському спорті Сергію не щастило. Починаючи з юніорських турнірів, він завжди був лідером своєї збірної. А от на міжнародних змаганнях фортуна весь час відверталася від нього. Інший на його місці вже давно б зламався. А наш герой продовжував боксувати і разом зі своїм наставником Олександром Поліщуком мріяти про чемпіонський титул. Он проиграл второй бой на Олимпийских играх. Я думаю, это самая большая неудача в его спортивной карьере, потому что он должен был стать, ну, как минимум, призером. Но, к сожалению, из-за определенных, скажем так, обстоятельств, там, можно сказать, подводных течений, он не стал им. И я думаю, что это не его вина. А сами понимаете, все-таки олимпийская медаль – это для спортсмена-любителя очень много.
Найвищим досягненням Сергія Дзіндзірука у любительському боксі став фінал чемпіонату світу 97-го, де він, знову ж таки несправедливо, програв росіянину Олегу Ситову. А вже через рік наш герой підписав контракт з лондонським клубом свого кумира Ленокса Льюіса. І 22 січня 99-го відбувся його професійний дебют. Ну, в першу чергу, я думаю, що це, звісно, труд. Труд, умножений на терпіння, тому що дуже багато приходилось трудитися, дуже багато приходилось працювати. Ну и, конечно же, талант, который дан ему от Бога. Без таланта, к сожалению, тяжело чего-то добиться. По дорожке к рингу, вы знаете, столько мыслей пробегает. Сколько там минуты ты выходишь от раздевалки к рингу, столько мыслей, столько... Как-то все так быстро пролетает в голове, даже не успеваешь сосредоточиться на чем-то одном. А уже выйдя в ринг, и когда вот ударил гонг, полностью мысли все исчезают. За свою професійну кар'єру Сергій провів 32 бої і жодного разу не програв. А його суперники 21 раз залишались у нокауті. У грудні 2005-го у поєдинку з Даніелем Сантосом Дзіндзірук завоював свій перший титул чемпіона світу за версією WBO. В принципе, все поединки помнишь, но, конечно, запоминаются именно чемпионские. Когда начал боксировать за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO, когда боксировал за титул чемпиона Европы и, конечно, за мировые титулы. Эти самые такие яркие, самые тяжелые, и они запоминаются на всю жизнь. Переживание, конечно, большое, волнение. Вот, хочется как-то помочь, не понимаю, что помочь особо нечем. И вот такое волнение постоянно присутствует, конечно. Страх был где-то, скажем так, лет 15-16, может быть. Сейчас страха почему-то нет вообще. Есть волнение, такое нормальное человеческое волнение. Каждый боксер волнуется перед поединком, все переживают. Это есть. Страх как-то он ушел куда-то, не знаю, может быть, с возрастом, может быть, с опытом он исчез. Страха абсолютно нет. Это просто нужно знать Сергея для того, чтобы этот страх просто исчез. Он настолько добрый и вообще даже нельзя сказать, что занимается боксом там или чем-то таким в жизни, там не видно этого. У професійному боксі не буває легких поєдинків. Кожен бій вимагає напруженої підготовки, повної віддачі і максимум концентрації. На рингу Сергій завжди відчуває підтримку своїх близьких. Вони віддають йому свою енергію, силу і любов. Мама навіть так хвилюється, що другий раз не дивить бої, просто настільки напряження високе, і вона переживає. А папа, звісно ж, великий любитель боксу і завжди. Всегда поддерживает, всегда рядом. Старается, во всяком случае. Папа, может, и да. Но в мене серце стає. Особенно цей бой, як був последній. Ще я не знаю, як я видержала все це. Хоча я знала, що мені ж Лена подзвонила, що Сережа виграв. 12 раундів бився, ну виграв. Як почали вже ж показувати, боже. П'ятий і шостий, і ой, кажу, де ж він виграв? Вона, мабуть, нас просто так убедила, що він виграв, але ж вже тоді бачу, начав, трошки, видать, злості набрався, бо йому треба, щоб ще злості, щоб було більше. І вже тоді вже начав він. Тоді вже я трошки одійшла, але все одно не могла успокоїтися. Він як бився, в мене ноги і руки торсили. Особливо як брову розбили. А ще якою брову розбили, то взагалі. Чемпионские раунды – это 10, 11, 12. Действительно, я уже прочувствовал на себе, давно слышал, прочувствовал на себе, что эти раунды очень, действительно очень тяжелые. Может быть, по телевидению так не видно, но ты полностью уставший.
руки, ноги, все мышцы болят, и ты уже думаешь, скорее бы это закончилось, уже все как бы добоксировать. И когда бьет гонг, и ты понимаешь, что ты выиграл, что ты чемпион, это, конечно, это приятная такая усталость, не знаю, столько придает силы, что хочется, не знаю, бежать, радоваться, прыгать, а в бою, казалось бы, сил уже нет. То есть именно победа, она дает очень много и морально, и физически. У травні 2006-го Сергій вперше відстоював свій чемпіонський титул. Поєдинок з аргентинцем Себастьяном Луханом видався дуже важким. Але українець вистояв. Останній бой, може бути, сложилося не так, як хотілося б. Хоча він виграв, і виграв доволі впевнено, але немножко, може бути, із-за болезні, яку він перенес, скажімо так, переболів перед во время подготовки к бою, наверное, конечно же, она как-то наложила определенный отпечаток негативный. И ну, провел бой не так, как обычно он это делает. И, ну, и, конечно же, не так, как хотелось. Но победители не судят. Чемпионский пояс дбайливо зберігається у спеціальній валізі. І завжди подорожує разом зі своїм нинішнім господарем. Сергію потрібно ще двічі захистити титул, щоб цінна нагорода назавжди залишилась у його спортивній колекції. Ці рукавиці мені видали на захисту титула чемпіона Європи. Коли я ставив свій титул, це нові були запечатані, вони в целофані, підписані кожному боксеру, тут імена і фамілія моя. То есть на память. И как отбоксировал, мне оставляют их на память. То есть могу тренироваться, могу оставить дома, повесить в музей спортивный. И каждой весовой категории свои рукавицы. То есть есть 12-унцовые, 14-, 16-унцовые. Эти рукавицы 10-унцовые. Очень удобные рукавицы, прочные, хорошие, надежные. То есть мне нравится в них боксировать. В любительском боксе такое давно пошло, что перед поединком нельзя вот бриться, стричься, ногти обрезать. То есть есть такое за день, даже за два. И как бы я знаю, очень многие боксеры придерживаются такого правила. Я и сам стараюсь придерживаться. Не знаю почему, так как-то вот, такая как бы традиция, может быть, скажем. Я знаю один боксер, товарищ мой, он где-то за час до боя всегда он наливает стакан сока, говорит, ну все, за победу, раз. И это случайно так было замечено, а потом, когда я спросил, он говорит, да, я что-то так вот каждый раз вот, пью стакан сока за час до боя, и, говорит, за победу. И я думаю, что у каждого есть какие-то мелочи. Кто-то в раздевалке переодевается и выворачивает все наизнанку, то есть футболку, там брюки, носки. У него такая традиция как бы перед боем. А у вас что есть? Ну, у меня есть маленькие нюансики, просто не хотелось бы о них говорить. Вы знаете, успех зависит только от опыта и тренированности боксера. Мне кажется, все остальное это просто как бы для уверенности. Наче пока все хорошо йде, трудно, як далі буде. Ну, зараз все наче. Ну, хорошо. У нього, побуті, йде все добре, чого. У нього, як казав то дружини, там дідусь, яка не думав ніколи, що от, наприклад, боксер, він може гранату кладку положити. Кирпичі, він собі перегородку сам, він собі поштукатур, він собі підіб'є, він приїде до нас, там, що треба робити. Він просто як рупор. В боксі це всім. А в нас вдома він як обикновений син для нашої сім'ї. Треба картошку підгорнути, він її підгортає. Треба вибирати, він її приїде, як приїде якраз застане, вибирати. Треба щось вдома прибити, там, помогти доски чи щось таке. В нього це, він, крім бокса, він ще як хазяйственний. Бути дружиною взагалі важко, а тим більше дружиною боксера. Але Олена Дзіндзірук справляється. Вона давно звикла до постійних розлук, переїздів, напруги перед поєдинками.
Усього, що супроводжує неспокійне життя спортсмена. Після підписання контракту з Universum Box Promotion Сергій і Олена живуть на дві квартири – в Україні та Німеччині. Поки вони намагаються отримати максимум задоволення від різноманітності цікавого життя. Але мріють зупинитись неподалік від броварів у власному будинку. Можливо, навіть там, де почалась їх романтична історія. Познакомились, получается, друг Сергея Юрий Нужненко жил возле моих родителей и как бы позвал нас в гости по соседству меня. Вот, и познакомились так вот с Сергеем. А они отмечали какую-то очередную победу Сережину, и собралось много друзей, боксеров. Вот, так познакомились. Как бы была дружба, просто сначала знакомство, дружба, просто общение. Встречались, город у нас небольшой, на дискотеке, потом просто в городе. И вот так получилось, встречи как-то чаще стали получаться. И получилось, ну не с первого взгляда, но любовь получилась. Потом все это потихоньку переросло в какие-то взаимоотношения, встречи и, не знаю, к свадьбе, к рождению ребенка и семьи. Поженились мы просто как бы расписались, у нас не было свадьбы, к сожалению. Так получилось, потому что у Сережи был контракт, он приехал, так быстро получилось, надо было быстро, просто мы документы оформляли, чтобы я ехала в Германию, так не получилось, к сожалению. Но ничего, мы еще не венчались в церкви, так что все еще впереди. Очень добрая, очень такая, всегда выслушает, всегда поймет, всегда что-то подскажет. Знаете, такая вывести ее из равновесия, из состояния спокойствия очень тяжело. Она действительно такая, скажем, мудрая, рассудительная. Кое-что я у нее учусь, кое-что она у меня учится. То есть мы стараемся друг другу помогать, поддерживать друг друга и исправлять ошибки друг друга. Вы знаете, вот он такой человек настроения, вот есть у него, проснулся он с утра, может там и встать, и чай сделать там, и вообще там. А так, конечно, в основном все стараюсь я не нарушать его еще домашними заботами. Так мы ходим вместе в магазин, можем поехать, такое по мелочам. Так я, в принципе, справляюсь, и мне это не тяжело. Вот. Он на Украине, я стараюсь больше времени для того, чтобы он отдыхал. Радует то, что Лена такая действительно общительная, веселая, всегда готова на переезды, готова на какие-то путешествия. Поэтому легко мы собрались, приехали в Германию. Я стараюсь всегда их брать с собой, всегда вместе быть, потому что одному немножко тяжело. Все-таки семья, когда приходишь дома, уют и порядок, это отвлекает от всяких других мыслей, от забот домашних. Но, скажем так, выработалось такое правило, что где-то за 3 недели до поединка они уезжают на Украину, дают мне возможность более сосредоточиться на поединке, на сопернике, на подготовке. То есть они это понимают и отлично реагируют. Вони практично ніколи не сваряться. На такі дрібниці просто не вистачає часу. Тим більше, що поруч завжди знаходиться їх маленька донька, яка швидко вирішує усі проблеми, привертаючи увагу до себе. Зовні Катерина – копія мама, така ж білява красуня. А от характер у неї – від тата. Активний, бойовий і завзятий. Маленька башкетниця ані хвилини не сидить на місці. Вона весь час у центрі уваги і завжди досягає свого. Батьки і бабусі з дідусями обожнюють своє сонечко і з задоволенням виконують усі примхи улюблениці. Я ще не осознавав, що я став отцом, що це так все серйозно, що сім'я, там, дім. Просто були такі емоції, радості. Ми з друзями одразу поїхали к родителям, к моїм, в частний дім. Отметили это все очень хорошо, так скажем, бурно, весело. Потом поехали на второй день к супруге, все вместе опять же поздравляли, кричали в окно.
такое, вы знаете, счастье, восхищение. Вот, ну, просто нельзя, наверное, это описать, эти глаза, вообще счастье полное. Ну, конечно, счастье, как любой отец испытывает. Здоровый ребенок, все хорошо с женой после родов, вот и как бы счастье есть. Сначала это пару дней было такой сумбур, веселье, радость, положительные эмоции. Потом уже, когда выписали ее, забрали, когда дома, ребенок в руках, ты начинаешь потихоньку осознавать, что это маленькая жизнь, ради которой ты все это делаешь. Конечно, я думаю, где-то в глубине души он хотел сына, но сейчас он очень недоволен. Он хотел бы, даже если бы у нас был второй ребенок, тоже девочку. Настолько любит, как она к нему относится, обнимет: папочка, папочка, любимый. Вот, и он весь тает в объятиях дочери, поэтому мальчик, я думаю, все же не так, конечно. Но хотелось, мне бы хотелось мальчика еще, конечно. Я доволен, что у меня девочка. Конечно, дай Бог, еще хотим, может быть, парочку детей, как получится. Но я рад, что у меня девочка. Красивая девочка. Очень любят друг друга. Вот для нее, конечно, папа на первом месте, даже как бы мама уже, наверное, на втором, потому что маму она видит постоянно, папу, получается, немножко реже. Вот, и папа не ругает, не наказывает, не кормит, поэтому папа самый лучший на свете. Дочка, ну она еще особо не понимает, что это, как это, чем папа занимается, может быть, но очень приятно, знаете, придете домой, дочка бегает, папа, мама, все, она рядышком. Девочка есть девочка, она и обнимет, поцелует. И пойти с ней погулять даже приятно, отдохнуть. То есть она просто дает тот потенциал энергии, ради чего ты все-таки живешь, боксируешь, зарабатываешь деньги. На бой не ходила она еще ни разу. Ходила на тренировки к Сергею. Вот, и как бы ей нравится. Папа, бах-бах. Папа, маленький плотик. Вся була, де ты була? Вся какала, ты не чула. Молодец. Сергій не любить багатолюдні тусовки та світські вечірки. Набагато краще проводити вільний час з сім'єю. Єдине, на що він іноді може проміняти домашній затишок – це автомобільні перегони. Авто – його пристрасть. Нещодавно наш герой навіть почав брати уроки швидкої їзди у професійних гонщиків. Отже, увага! Перед вами майбутній чемпіон з автоперегонів. Так паралельно все йде, і автомобілі, і бокс, тобто... Конечно, бокс – основное занятие, в автомобиле – это все такое любительское увлечение. Пойдет полет сейчас. Супер, хороший. Мало. Хорошо, но мало.
По совету друзей хочу приобрести автомобиль. Спортивный. Бокс еще сколько там? 5 максимум. Модика 3-2 может. А потом можно чем-то другим заняться. Да ученик примерный. Ну посмотрим, как дальше будет. Думаю, что будем чаще заниматься и будет все получаться. Ну все, успехи какие-то уже есть. Ну вы же сами видели. Уже такое творит, что мне страшно. Выплеск эмоций, может быть, скажем, всплеск эмоций. Потому что я спокойный, когда супруга и дочь в машине, я вообще стараюсь ездить очень аккуратно, очень спокойно. И, может быть, этого и не хватает, чтобы где-то выехать на трассу и дать на газ. Сергій впевнений, що його життя завжди буде пов'язано з боксом. Він створив у Броварах клуб імені Сергія Дзіндзірука і сподівається, що колись звідси вийде не один чемпіон світу.